Давай! Ура! Давай! Вот мы, дамы и господа, тут хор из леса такой выходит. И вот сюда мы шли. Водичка. На куда долго? Да, Бабловский аэропорт, да? Бабловского? Бабловского, да. Бабловского, да. Ну что же, уважаемые дамы и господа, мы пришли к нашему следующему привалу. Великолепной башне руине Шапель. А это что? А это руина. Руина, искусственная руина. Прикольная в Бабловском дворце — это ванна, громадная гранитная ванна, которая есть. Давайте я вам покажу ее, пройдем чуть-чуть. Пройдемте дальше. Ух ты! Она отреставрирована, что ли? Ого! Громадная ванна из цельного куска гранита. Вот, я в нее внутрь залезал. Давайте залезем сейчас все. Нет, там скользко. Там скользко, и фиг ты туда залезешь. До Александра на этом месте. Егор, давай прыгай в ванну. Там вода. Да, гранитная ванна. Там вода есть. Вот, а еще под ванной есть на 2 метра в глубину подвала, куда мы с Нелли, например, лазали. Тусовались. Там-то мы и познакомились, там-то между нами и промелькнула та искра. Ларик, а что в подвалах-то? Поэтому мы и пришли сюда. Да ничего, подвал. А вы заметили, здесь обваливаются? Коренные кирпичные своды. А люди? Да. Вот, со стороны лесенки, вот, Егор уже полез. Не жмет. Ничего, мне идет кольцо. Какая маршрутка должна быть? Она же маршрутка ездит. Да я думаю, тут большинство два вокзала идет. А почему она не останавливается? А там все ходят в туалет. Можно остановить и сказать, подождите сейчас там. Подожди, я послушал, да? Уже мути. Сейчас
Да не будет просто. Там кратер. Что? Да, блин, да, мы целуемся, тут мы поженились. Да, там кратер. Реально. Вечный. Кратер, ну и что? А мы поженились. Кратер? Понял?